Вижу не глазами, а сердцем. Эта удивительная особенность отличает представителей общества слепых. Позитивные и добрые, они не замыкаются из-за своих проблем со здоровьем, а стараются еще и помочь другим. Нас всегда знают, к нам ходят. Ну, правда, мы не очень два раза всего в неделю работаем, но люди знают, что с 10 до 2 на ПЛК-14 их ждут с распростертыми объятиями. Приходите. Сегодня в обществе состоит 100 человек. На праздник позвали самых активных членов организации, которым вручили почетные грамоты от областной организации Всероссийского общества слепых. Достаточно давно уже общаемся с обществом слепых. Это те люди, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. Это не просто инвалиды, а люди, которые плохо видят, либо вообще не видят. Поэтому наша задача, людей, которые все видят, да, помогать вот этим людям. Давние друзья общества пришли в гости не с пустыми руками. Полезные подарки помогут не только организовать правильное чаепитие с вкусным тортом, но и видеть мир четче и ярче. Уже больше 50 человек ходят в бесплатных очках. Сегодня только 6 человек стали обладателями очков и увидели мир счастливым, красивым, ярким, четким. И это только оставляет самое лучшее вот восприятие. Уютный домашний праздник в обществе слепых – лишь очередная дата большой дружбы людей, которых объединила общая проблема со здоровьем. Вместе они стали сильнее, и все заботы кажутся не такими масштабными, как в одиночку. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.